стране, раздираемой войной, есть четыре священных города. Возможно, Авраам пришел из этого города. Имеющие уникальную связь. Западная цивилизация сохранила воспоминания только через Библию. Смогут ли современные технологии рассказать нам то, о чем они молчат? Думаю, он стал одним из самых знаменитых городов мира по ошибке. Затерянные библейские города. В воскресенье с 22:00 на Viasat History.